хотел я через центр проехать, но проеду традиционно уже. Тут мы давно не ехали. Все-таки парком приятней. Воздух свежее. Блин, я же хотел заехать на Подлесное. На обратном пути уже, значит. Насчет памятника хотел узнать. О чем у них, какие цены. Вместе ли работает организация, которая находится на Багуна. В общем, ладно. Парк работает для пацанов. Алексей, планетарий, музей истории аппаратуры. Есть табличка, без музыки работает. Ретро. Так, цирк. Рекламу увидел, уже видно, уехали. Стадион наш любимый на месте. Спортсменов не видно. Не думал я, что 100 метров так дастся мне сложно. Может быть, действительно 800 надо было выбрать дистанцию. Спокойненько бы своим ходом пробежал. Не напрягая скоростные мышцы, потому что вот задняя мышца отвечает за скорость. Она подвержена усилиям особенно. И добежал. Это было на середине пути. Я почувствовал при беге, что острая боль. Но тем не менее они... Не падал, не остановился, продолжал бежать. По ходу дистанции мой соперник Александр из Илентьев участвовал, отставал и нагнал упущенное расстояние и перегнал. Тоже честь и хвала. Еще пробежимся. Это я шипловки не одевал. Мышцы схватывают также икроножную мышцу от шипловок. Там нагрузка от носка идет. Наш трамвайчик. Площадь Водограя. Тут надо сейчас побыстрее, поэтому я уже не останавливаемся. На могилке не был давненько, надо проведать. Девчонки лутят, молодцы. Такая молодец, боевая. Опа. Хотел еще посмотреть, но уже не бьет больше. Парк живет своей жизнью. Автомобили. Ой, запах ванилина и попкорна. Запах попкорна. Хорошо, девочка, красиво. Молоко сделали дорожку. Классно, наконец-то. И
Класс, а то была травянистая такая, молодцы, умница. Благодарю лично, это орешка. О, и тут зеленая, да. Сейчас тут быстренько помчимся, а назад уже там и тут под горку будет. Хотел даже с собой взять удочки, попробовать здесь на бугу. Ну, желаю. Все на кос идет. Ой, травой пахнет. Как на футболе Нива. Прошлые года на Локомотиве. На городском стадионе. Перед футболом поливали, стригли. Пахло травой, газоном. Сейчас уже, на жаль, пахнет пластиком, пластмассы, штучное покрытие стадиона. Кепка не улетит моя, разогнался. Тут опасное движение. Узкая дорога. Движение не активное, но и скоростное. Машины набирают здесь. Вот так мы звеним. Кому не нравится, сделаю музыку. Серегу приветствую, который особенно смотрит велотуры «Горишка» и за оригинальный звук. Щербаков. Витаю, извините. Экстремальной горы Пятнича. Вот я опираюсь на просьбу глядачи. Так, тут диспансер, там. Как я мог забыть про ритуальную службу заехать? Будут ли они там позже? Заеду уже на обратном пути, наверное. Надо будет фотографии тогда поделать, действительно. Что как выглядит. Тут есть такой пункт, мне написали уже это работники. Разбитие бетона 12 тысяч. Я это сам могу. Пока силы есть. За 12 тысяч. Каждый день буду по камешку отбивать. Попробуй, заработаю сейчас где-то. 12. Это что за цена? Понимаю, там плита, памятник. Установить там как-то надо. Поднять там, опустить. Тоже я могу быть на подхвате. Ну, 12. Не звоним.
Я спросил, чем будете бить? Ломом, руками. Есть у меня руки, лом найду. Что это? Цена. Не соответствует доходу горишка, которого нет на данный момент. Ну так, да, нет. Поэтому и велосипед трындит. И будет трындеть. Даже от Ютуба нет. Кто-то думает, что там у него миллионы. Ноль. На данный момент, 3 месяца до июня, ноль. Ну, дабы поддержать память годачив, буду я с удовольствием. Карточки я пишу тоже ноль. Никто сильно тоже не хочет заниматься благотворительностью. Давайте я сюда, наверное, заеду. На что живет орешка? Ноль. Кто Пасху принесет, кто крашенки на озеро, на плиты. Рыбу поймал. Ну, какие-то запасы там еще. От родителей. Вот так. Так, тут пешком. Вот такие пироги. 0-0-0-0. Будем живы, не помрем, как говорится. Вспоминаю слова богатого человека, с которым работали. Я работал. Когда, говорит, у меня не было больших денег, они были, но небольшие, я себя чувствовал счастливым человеком. Когда появляются огромные большие суммы денег, тогда уже появляются проблемы соответственно. Ой, елочки. Ну так, я к слову что-то мне запомнилось. Но все равно тянутся к огромным суммам. Правда. Так, заеду на кладбище все-таки. Давайте. Тут красота, бух, флаг, что-то строится. Кстати, эта экскурсия так по традиции тоже у нас сюда. Пасхальные праздничные дни. Кожен рік. Ну, в этом году будет, возможно, почаще памятник. Ну, к сентябрю, так, через год обычно мне говорят лучше. Пусть грунт осядет, земля. Ну, и хочется тоже сделать, дабы порядок был все-таки. Семейная дисциплина, так сказать. Честь, дань чести, памяти. Так, поехали дальше. Это святое. Как вы думаете? Дамы и господа, леди энд джентльмены, голос. Появился специальные конфетки для горла. Сейчас я еще после хоккея. Конечно. Скучновато, хочется поработать так активно, когда Сокол, Галицкий Левый, Юність, Берсерки, ШВСМ, Колос, Патриот в баталиях. Эй, класс! Хоккеисты, родители смотрят. Абаджан Евген, мне понравилось. Взаимовыручка в трансляции тоже. И хорошо, что у нас контакт. Живой все-таки. Виртуально живой такие. Я бы так все-таки назвал. Так, ну что, мы... Давайте уже, ладно, заедем. Поменем всех, кто здесь. Наших родных, близких. Вечная память. Земля пухом. Царство Небесное. И Христос воскрес. Тихо,
здесь. Зелено, свежо. Но мы не стремимся сюда, так? Годочи, горишка. Но жизнь такова. Ой, как сирень пахнет. А велосипед поднимается хорошо. Вот. Благодаря Паше. Велолива. Магазин по Келецкой. Заходите. Подкрутите. Механик отличный. И продавцы, хозяева там в магазине. Все. Я уже, правда, про велосипед с моторчиком хотел где-то присмотреть. И новый, может, бэушный. Так что пробочаюсь, предлагайте. Ну, звуки оригинальные, что ты поделаешь. Запах. Птицы. Я вот так в кепочке так хорошо. Просто приехать. Уже все по-летнему. Но и то шорты катоновые. Можно было и тоненькие. Потоньше ткань выбрать, но все-таки седло такое. Надо. Нива играет сейчас на НТБ. Тренировочная база на Зулинского 29. Это мне неудобно, трибун там нет, официальные игры уже с глядачами проходят. А что-то пока мне туда сильно не тянет. Хочу на центральном стадионе, где трава, где история, где мы с папой были. Когда были игры Металлург Запорожье, турнир, сейчас на игры чемпионата далеко.